весьма принципиально, но несколько фатально. Гаврила принцип тайна в 14 году решил устроить бойню на 10 миллионов. С падением двух тронов, с рождением кучи монстров, с Иосифом, Адольфом и прочими. Ну вот идет столетие печального события, а терроризм все круче, и нет ему конца. Ну что ж нас ожидает, какие лихолетия, война ли мировая, где все помирают, где Господа Отца? Вулканы извергнутся, или горы содрогнутся, земная ось прогнутся, не сможет ли тогда? Ну, полюсы сместятся, кометы к нам примчатся, земля устанет мчаться, ей надоед вращаться, и встанет навсегда. Ведь каждый век всю пору, и с этим нету спору, случается хоть скоро ужасная беда. Дойдем ли до упора, вот и будет им упора, и брюхи надорвут там и Кришна, и Будда. И Заратустра скажет, а Мухаммед подскажет, и Оби и Озева покажет, возьмите Шусову. Кто защитит нас сирых? Кто спрятает олег? Гребенщиков, конечно, а с ним аквариум. Ему день рождения, поэтому посвящается им весьма принципиально, но несколько фатально. Гаврила принцип тайна в 14 году решил устроить бойню на 10 миллионов. С падением двух тронов, с рождением кучи монстров, с Иосифом, Адольфом и прочими. Наливай!